Всем привет! С вами компания «Медиадоска», и сегодня мы хотим вас познакомить с нашей студией, в которую вы попадаете, приезжая на Мариинский парк. Первое, куда вы попадаете, это зона отдыха для ожидания своей съемки. То есть здесь установлено специально удобное кресло. Здесь также вы можете познакомиться об информации о нашей студии, о том, о прайсе, обо всем остальном. То есть вся информация расположена здесь. Скучать не будете. И сейчас давайте мы пройдем дальше. Об этом все-таки стоит сказать. У нас есть туалет, автоматическое включение света, все необходимое для гигиены. А сейчас пока двигаемся дальше. Здесь у нас есть прекрасная зона для того, чтобы подготовиться к съемке, поправить одежду, может быть, где-то подкраситься. Все очень удобно. Свет выстроен. Для красоты я закрою и открою дверь снова. А здесь у нас проходят сами съемки. Наша студия. Есть кухонная зона, где вы можете, если что, перекусить. А кухонная зона у нас расширенная. То есть в вашем распоряжении есть как кофемашина, холодильник, микроволновая печь. Если у вас долгие затяжные съемки, здесь вы не будете ни голодными, ни чувствовать дискомфорт. Продолжаем. Сейчас мы попадаем с вами в операторскую зону. Здесь сейчас наш оператор готовит меня к съемке, чтобы вы могли посмотреть, как это происходит. В этой части у нас есть именно гримерная зона, где есть все необходимое для того, чтобы гримеру было удобно работать, вашему визажисту. Столики настраиваемые, зеркало. Наша студия оборудована качественным звукопоглощением, поэтому звук во время вашей съемки будет на высоком уровне. Учитывая то, что мы одни из немногих, кто использует, в принципе, такие вещи, как басовые ловушки, для того, чтобы частота звучания вашего голоса во время записи вашего курса, проведения вебинара была абсолютной. Для поддержания высокого качества звука мы используем разные аудиосистемы. Сейчас, например, оператор, готовя меня к съемке, будет использовать петличный микрофон. Пока оператор готовит меня к съемке, я кратко расскажу про то, какую технику мы используем. Это Sennheiser в сочетании со Steinberg. Те, кто знакомы с аудиотехникой, понимают то, что это действительно высокое качество звука. Пока оператор готовит презентацию к нашей съемке, мы можем проходить на студию и готовиться к самой записи. Как мы видим, в студии также размещена звукопоглощающая панель и расположены басовые ловушки по углам, что кардинально улучшает качество звучания. В вашем распоряжении в студии есть различные фоны, в том числе хромакей. Больше 10 светильников, с помощью которых вы можете выстроить любую схему света и осветить себя в идеальном виде. Контровые светильники, светильники для освещения фона спикера, освещения самого спикера и множество различных дополнительных светильников для создания разных сцен. То, чем мы занимаемся уже больше 5 лет, и то, что является одной из самых главных фишек нашей студии – прозрачные доски, видеодоски нашего производства. В этой студии сейчас стоит изогнутая доска. Вы также можете выбрать прямую доску. Чем они отличаются, подробнее вы можете узнать у наших менеджеров, написав им. Сейчас мы не будем опускаться в такие подробности, и я вам кратко расскажу про функционал, который вы получаете. В вашем распоряжении доска с настраиваемой подсветкой. Сейчас я напишу что-нибудь, чтобы вы могли видеть результат. Таким пультом вы выбираете цвет текста, который будет использоваться при съемке. Также вы можете даже выбрать режим. Иногда это требуется. То есть это может быть мигание, например, или что-либо подобное. Также во время съемки вы можете воспользоваться телесуфлером для загрузки своего текста и чтения уже с экрана телесуфлера без каких-либо затруднений по запоминанию текста. В наших студиях у каждой доски расположены два специальных дублирующих монитора. Они поворотные, настраиваемые. Эти мониторы показывают вам картинку, которую получает ваш зритель. То есть вы всегда можете сами наблюдать, что видит ваш зритель, следить за тем, чтобы в кадре было все хорошо, если вы, допустим, без сопровождения, без людей, которые бы следили за съемкой. И также на эти мониторы могут выводиться подсказки для вас, какие-то ключевые моменты. Вы можете следить за тем, как показывается ваша презентация или скринкаст с вашего телефона или ноутбука. А теперь давайте чуть-чуть поподробнее о функциях, которые вы можете использовать во время самой съемки. Во время записи вы можете воспользоваться выведением презентации. То есть вы присылаете нам презентацию, мы ее настраиваем таким образом, чтобы вы могли с ней взаимодействовать во время съемки. Например, сейчас у нас презентация с вырезанным фоном для того, чтобы я мог за ней показывать, перемещаться, и она никак не перекрывала меня во время съемки. Это позволяет вам получить полную свободу в кадре. Во время съемки вы можете выводить картинку с вашего ноутбука. Как мы видим сейчас, я как раз включил видео на YouTube. Это очень удобно во время того, когда вам нужно работать с какими-то онлайн-форматами, которые нужно продемонстрировать вашим слушателям. И такой материал вы получаете сразу уже во время съемки, и вам не требуется дополнительно накладывать какую-либо графику. То же самое касается и презентации, и другой выводимой информации во время съемки в студии. Презентации вы управляете с помощью кликера или с помощью специального ПО, управляя жестами по стеклу. Многие думают о том, как борются с тем, что когда вы написали много текста, вам нужно его стереть, как это сложно, просто. Это очень просто. Вы просто
воспользуйтесь салфеткой. Буквально 2 секунды, и все, что я написал, уже стерто. Для вас ролик подготовила компания «Видеодоска». Ждем вас у нас в студии.